Лита. А тот-то здоровый кот. У него лапы-то все на месте. Целые. Вон на кошке уже сидел. Та орала, как резаная. Тапки полетели. А кошка где? Да вон она сидит. Выше, что ли, уже забралась? Чуть-чуть выше она, чем кот. Чем рыжий? Да. Вон хвост свисает ее черный. Я не вижу. Кс-кс-кс-кс. Бусь-бусь. Продует тебя. И чё? Ну ты что так кашляешь? Кусьон. Смотрит на этого, что ли, или на кошку? Он на всех на них смотрит. Очень внимательно и внимательно. Всё нюхает, нюхает. А тот теперь тоже не спускается, потому что драка будет. Нашего, клочья полетят. А так наш не лезет. А наш не лезет. Он умный кот. Что он будет лезть туда, где у него заведомо невыигрышное положение с больной лапой на дереве? Нужно еще раз упасть, еще очень сломать. Не только лапу. Вот тут на кошку опять. О, кажется, лезет. Лезет, и шопа тяжелая. Боится, что тапок опять полетит. Да ну, откуда? Откуда тапок-то летел? С дома, с крыльца. Че, серьезно? Вон, видишь, вон тапок, а вон еще один в огороде. Три тапка полетело. Кусю нашему похрену, он за деревом, по нему не попал. Они в того кота швыряли, который на кошке, кошку бедную там. Мандалинит пытался. Там... Боже мой, три мушкетера. А где третий? А, вот сидит. А Мурзён где? Д'Артаньян где-то там. В смысле, какой Д'Артаньян? Ну, их же три мушкетера, еще Д'Артаньян. Я это произведение часто не читала, но фильм есть. Вон там еще один на подходе, но тот... Где? Тот, на сарайке, но тот такой, то боится. Он там будет, у себя. На какой сарайке? Уже ушел он. А, уже? И что? Не двигается, да? Да.